мои, обалденный вышел кекс. Сама попридумывала, все сделала на глаз, сейчас запишу. Вот сама ем уже второй кусок, мне так понравился. Вы знаете, что внутри я положила персик и грушу, чуть-чуть абсолютно, наверное, по одной штуке. И вышло обалденно, оно такое прямо хорошо пропеклось, пекла 50 минут. Сначала сделала большой огонь, потом уменьшила. И вот на среднем огне готовила 50 минут. Очень вкусно, друзья мои, пользуйтесь. Я вам напишу рецепт под видео. Так, друзья мои хорошие, как я вам уже сказала, я спонтанно вот приготовила кекс, вроде не сделала видео, потому что думала, что у меня не получится ничего такого особенного, потому что все придумала сама и все делала на глаз и даже не записала. И думаю, пока я не забуду, потому что оно мне понравилось, я отнесла, поделилась, я и соседям отнесла, мужу понравилось, такому капризному, и я решила записать видео. Но видео уже я расскажу все на словах, как я это его приготовила. Вот посмотрите, вышел вот такой большой противень. Сейчас я его пекла на кольге. Так вот, вот сейчас я буду вам рассказывать. И мой муж как вот пьет чай. Ашка, привет, скажи. Привет. Всем. Любит чаек. Вот посмотрите, у нас такой чандалык называется. Вот, кипит вода постоянно там. И в общем, слушайте, друзья мои, как готовится вот такой красивый, легкий, это даже не знаю, как его назвать. Но мне кажется, в конце видео подумаю, как назову его. В общем, смотрите. Так, друзья мои, взяла 4 яйца, взбила до пены. Добавила 2 стакана сахара по 200 грамм в стакане. Добавила, значит, ванильный сахар, пакетик. Добавила 500 грамм йогурта, погашенный уксус с содой. Или можно взять кефир или мацой, несмотря в какой стране вы живете. Следующее, значит, я добавила стакан, вот такой стакан чайный. Тут, наверное, 150 грамм растительного масла. Все это перемешала венчиком. Следующее, значит, через сито 3 стакана муки вместе с разрыхлителем теста. В общем, друзья мои, и в конце я добавила, такое вот тесто было, как на оладьи такой густоты должно быть. И затем я добавила фрукты. У меня было один персик, одна груша, я мелко порезала и все это добавила. И вы видели уже противень большой, постелила калькой и вылила это тесто. Пеклось оно у меня 50 минут. Вот такой вышел у меня пирог, и я думала, как же мне его назвать. И я решила его назвать в честь моей старшей внучки Мари. Назову кекс Маруся, посвященный всем Мариям. Так вот, друзья мои, Ашка, тебе понравился кекс? Бегендинве? Да. Скажи, вкусно? Вкусно? Вкусно. Вкусно. Вот. Турецкий мужчина не все покушает, поэтому ему понравилось. Но он, знаете, что сказал? Лучше фрукты не делать. И когда я отнесла соседям, он говорит, предупреди, что ты добавила сюда фрукты. Потому что, говорит, мы такие вещи не кушаем. Ну, вот он попробовал. Очень вкусно вышло. Ну-ка я еще попробую. Посмотрите, какое. В общем, друзья мои, приятного аппетита. Кому понравилось, пишите лайки, ставьте. Пишите комментарии, может, что-то добавите вы, посоветуете. Кому не понравился, дизлайки. Всем пока-пока. С вами была Светлана Ата и Эндер Ата, дегустатор. Вкусно? Вкусно. Пока. Забыла добавить, что добавила 2-3 столовые ложки пекмеза. Виноградный такой вот, вытяжка из винограда. Делают в Турции, ну можно и сок, именно поэтому получился такой цвет красивый. Так, друзья мои, не хотела себе показывать после этой выпечки и приготовления ужина, очень жарко, не хочется даже ничего делать и себя демонстрировать, не получается. Ну, как говорится, умная мысль приходит опосля, и сейчас до меня дошло то, что этот кекс можно выпекать в более меньшей форме, и он получится нам более такой толстый. Так что пока-пока.